Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Мы движемся по ночному хайвею. Так уже, знаете, 11 с копеечкой. Движемся по ночному хайвею в направлении океана. Что-то тут перекрыли, перегородили. Две полосы стали одной. Движение замедлилось до безобразия. И мы так все думали, и что случилось-то вообще? Действительно, обычно ночью в таком месте идешь как ножик в масло. Раскаленный такой, горяченький. А тут нет, тут нет. А что там, дым какой-то? Там дыма я не вижу, света. Но я специально включил камеру, потому что я подумал, нашему зрителю будет интересно, что происходит по ночам на американских хайвеях, когда, казалось бы, ничего происходить не должно было. Может быть, там строительная работа какая-то идет. То есть, слишком организовано все. Вот, но... То есть вряд ли от обычного такого дорожного происшествия может вот так быть. Я думаю, что движение, друзья, медленное не потому, что в одной полосе нельзя двигаться существенно быстрее, а движение медленное, потому что все с интересом подъезжая рассматривают, что там. Ну, я думаю, а что я один-то буду, правильно? Вот мы сейчас с вами все вместе и посмотрим. Вот я даже камеру подвернул немножко. Так, и мы спешить не будем, друзья, мы спешить не будем. Так, какая-то техника строительная, правда, Свет? Да, безусловно. Это какая-то бетономешалка тут вот слева. Ну, не чинят, может быть, дорогу там, ну, которая я не знаю. Обвалилась от того, нет, что... та, которая обвалилась существенно далеко отсюда. Так, строительные техники. А, слушай, еще эти горящие штучки красные на дорогу бросили. А, тут они вскрыли, слушай. Ну, тут дорога повредилась. Они вскрыли дорогу. Я не знаю, насколько она повредилась. Подожди. Но они ее вскрыли. О как. Ну, а поскольку зрелище кончилось, то дальше уже можно ехать. Вот, собственно, и все. Я понял, что произошло. Они ночью занимаются ремонтом, потому что если бы они это делали днем, так было бы совсем плохо. А пахнуло чем-то, асфальтом горячим, там чем-то пахнуло на дороге. Ну что же, друзья, вот такой маленький эпизод. Едем дальше.